Всем привет! С вами Александр Усольцев, и сегодня мы поговорим о том, что Москва потеряла за 20 век, за в основном советское время. А Москва потеряла многое, и в частности сегодня мы поговорим о, наверное, нескольких самых красивых храмов, которые украшали город, которые были вертикалями города, и без которых... Москву невозможно было представить еще какие-то сто лет назад. На перечисление всех снесенных в Москве за 20 век храмов и монастырей не хватит и часа, и дня. Поэтому сегодня я расскажу о самых, наверное, красивых храмах и самых колоритных храмах, которые были снесены особенно за 20-е и 30-е годы. Ну и начнем мы, с, наверное, с самого уютного и самого маленького, и, наверное, самого центрального храма Спаса на Бару небольшого храма, такого приземистого, храма, построенного в камне еще в начале 14 века в самом центре Кремля. То есть в самом центре Кремля, не который сейчас мы знаем, а еще старого Кремля Дмитрия Донского, Белокаменного, Кремля, который пережил многое и собор вместе с ним пережил многое, но советской власти пережить не мог. Потому что по одной из легенд в 1933 году Мимо этого собора проезжал Сталин и увидел ну по одной версии, что там какой-то мусор лежал, то ли бревна, какие-то, и он недовольно взглянул на это все и буркнул: Убрать! Но по легенде никто переспрашивать не стал, и убрали вместе с мусором и храм, но так или иначе, 1 мая 1933 года храма спаса на бару не стало на тот момент на момент сноса, это была самая старая постройка Москвы. Ну а следующим храмом, который был украшением всей Москвы, а не только улицы Покровки, является храм Успения на Покровке. Храм Успения, который был построен в прекрасном стиле Нарышкинского барокко, это был такой прекрасный храм, который был сделан в ранние Петровские времена. И храм, по, опять же, по легенде, им настолько был впечатлен Наполеон, что либо выставил там наряды, которые охраняли этот храм, чтобы его не разрушили, мародеры не разграбили, и чтобы пожар его не уничтожил. А по другой версии, вообще хотел этот храм разобрать и перевести во Францию. Но так или иначе, храм пережил пожар 1812 года, но опять суровых 30-х годов пережить не смог. В 1936 году. Храм был полностью разрушен. И вот удивительный момент: обычно говорят, свято, место пусто не бывает. И действительно, многие храмы сносили для того, чтобы строить что-то новое, делать светлый мир коммунизма. Но здесь место и по сей день пусто. При этом на месте этого сквера, в общем-то, до сих пор ничего нет, просто стоят лавочки. Но удивительным образом сохранился маленький домик причта, то есть такая пристроечка к колокольне. И если за туда в кафе и подняться на второй этаж, то как будто бы перемещаешься в 17 век, потому что там и наличники, там и большемерный кирпич, там и резные элементы. Вот удивительно, что вот эта внутренняя стена этого кафе, это по сути внешняя стена 17 века вот этого храма. Но пристройку маленькую оставили, а храм, увы, нет. Помимо стены в кафе сохранились от этого храма только наличники и портал, который можно видеть в Донском монастыре. Почему в Донском монастыре? Да просто потому что неравнодушные музейные работники, а тогда Донской музей в советские годы стал филиалом музея архитектуры, они спасли вот эти наличники и ну, перенесли к себе в музей. Можно просто представить, приехав в Донской монастырь, как это все когда-то выглядело шикарно. Это выглядело настолько шикарно, что этим храмом очень восхищался Достоевский. Достоевский, который родился в Москве, но прожил в Петербурге. И вот его жена вспоминала, что она, как коренная петербурженка, приезжала с мужем в Москву, и он обязательно водил ее к этому храму. Более того, этим храмом в юности очень был впечатлен академик Лихачев. И он сам утверждал, что если бы, возможно, этот храм не увидел в юности, то, может быть, бы и не занялся сохранением культуры. Еще один храм, который украшал Москву, но не пережил суровых 30-х годов, это храм Николы Мокрого в Зарядье. Зарядье вообще был колоритным районом, и про Зарядье отдельный ролик делал. Но вот этот храм, хотя был известен с 15 века, был перестроен уже неоднократно, и даже в 19 веке, и узорочье замечательного стиля был, который даже называли русской псевдоготикой. То есть что-то взяли из Европы, вот эти стрельчатые какие-то завершения, такие острые углы, но переиграли на русский манер, и по архитектуре, и по внешнему виду храм вообще был уникальный для России. Но, увы, в 30-х годах оценить его не смогли и спасти его не смогли также. Еще один храм, который безумно жалко, это тоже такое московское узорочье. Храм невероятно интересный по декору. Это храм Николая Чудотворца в Столпах. Храм, который располагался на углу Малого Златоустинского переулка и Армянского переулка, тоже неподалеку от Покровки. И вот его снесли, построили вместо него какой-то учебный корпус совершенно такой заурядной архитектуры. Сейчас там высшая школа экономики находится. К счастью, хотя бы раскопали во время реконструкции улицы основание этого храма. И можно видеть и старый булыжник, и в основании крупные камни. Но это, увы, все, что осталось от этого храма на месте. Потому что храм был весь в изразцах, весь узорчатый. Такой 17 век, наша такая самая русская архитектура, которой не так много и сохранилось, увы, в Москве. Еще одна церковь, которая, можно сказать, держала улицу, стояла на Мясницкой. Храм то, тоже в таком мастиле московского узорочья, храм Флора и Лавра. Не зря у нас улица называлась Мясницкой, слобода Мясников была, а покровителями Мясников на Руси всегда считались Флор и Лавр. Вот этот храм пал жертвой строительства метрополитена. Живший неподалеку советский писатель Валентин Катаев писал... Помню маленькую церквушку Флоры и Лавра, ее шатровую колокольню, как бы прижавшуюся к компирным колоннам полукруглого крыльдала масса. Церковка эта вдруг как бы на моих глазах исчезла, превратилась в дощатый барак бетонного завода метростроя, вечно покрытый слоем зеленоватой цементной пыли. Да, построили метро, но вместе с этим снесли старый храм. Ну а следующий храм, который невероятно жалко, это а, должен был быть второй по величине храм после храма Христа Спасителя, строился он на Миузской площади, это в районе между там, Маяковской и Белорусской, и вот этот храм должен был быть памятником освобождению крестьянства, крестьянской реформе а, 1861 года. Так вот, храм заложили при Николае II, должен был быть невероятно огромный, 70-метровый, 21-купольный храм, который даже построили во многом. К 17 году он был практически готов, даже часть его помещений было освещено. Но, как вы понимаете, после революции храм ждала незавидная участь. Его закрыли, его Хотели перестроить под различные нужды, но в конце концов использовали как склад. Этот храм дожил даже до 50-х годов. Но в 50-х годах был окончательно снесен, и сейчас на его месте стоит дворец пионеров на Миусах и памятник Фадееву совершенно модернистская постройка Дворца Пионеров, на которой, ну, вот только вот в последние уже постсоветские годы появилась мемориальная доска, что здесь должен был стоять храм Александра Невского. Ну а следующий храм, который очень жалко и Москва много потеряла после того, как этот храм был уничтожен, он на самом деле до конца и не уничтожен. Если пройтись по Милютинскому переулку, можно увидеть такое практически типовое здание сталинское, не гипроуглемаш, и здание вроде как бы сталинское, но что-то нам подсказывает, что изначально оно выглядело совсем по-другому. А выглядело это как шикарный готический собор 1830-х годов постройки. Построил его Алессандро Жильярди по заказу польской общины. Готический храм функционировал, собственно, до самой революции, ну а после революции, конечно же, был закрыт, и если еще в 20-х, 30-х годах выглядел, ну, совершенно как до революции, то во время войны был поврежден бомбой, и Решено было его не то что не ремонтировать, а еще и доснести купола, доснести различные украшения на крыше, сделать внутри этажи и передать это все под конторы. Хотя э, с переулка все выглядело, конечно же, довольно интересно. Сейчас довольно куца. И вот удивительно, что этот храм католикам так и не вернули. А, и более того, буквально недавно, вот э, в начале 2022 года, прошла информация, что там вскоре будут все переделывать под апартаменты. Но еще один храм, который в формально сохранился и более того даже функционирует, но выглядит очень-очень э, обрубленным. Это храм середины 19 века, 1860-х годов, храм Троицы на грязях. Да, община была возрождена, да, храм был открыт для верующих, но э, мы не видим всей шикарности этого храма, он нас совершенно не впечатляет. Он стоял немножко поодаль от храма Успения на Покровке, и два храма, они вот, ну, совершенно другой вид улицы создавали, совершенно другую атмосферу создавали на этой улице. У храма были большие купола, он возвышался над всей окружающей застройкой, ну а сейчас все купола были спилены, и сейчас храм действует только вот в этом небольшом помещении. И есть, насколько я знаю, планы по восстановлению этих куполов, ну и будем надеяться, что хотя бы этот храм у нас будет восстановлен, и мы увидим его во всем его благолепии и его красоте. Ну а на этом все. Это такая маленькая песчинка того, что Москва потеряла за 20 век. Ставьте лайк, если вам понравилось это видео и вам понравился мой рассказ. Подписывайтесь на этот канал, если еще этого не сделали. С вами был Александр Усольцев. Всем пока и до новых встреч. Любите Москву и гуляйте по нашему городу.